Дважды он был тяжело ранен на поле боя. Оба раза пули попадали в голову и проходили на вылет. Врач, его лечивший, заметил: видимо, провидение сохраняет этого человека для чего-то необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих каждая была смертельна. Полководец, дипломат, царедворец, он с одинаковым умением сражался на поле боя и вел тонкую дипломатическую игру. Еще при жизни он снискал и славу, и чин. В 1805 году. Кутузов командовал армией, которую Александр I послал на помощь союзной Австрии. Кутузов был противником генерального сражения. Полководец, которого настораживала нарочитая слабость противника, говорил на военных совещаниях: «Наполеон нисколько не трусит и явно ломает комедию». Но, увы, его никто не слушал. Находящиеся при армии русские и австрийские императоры рвались в бой. Зато когда 20 ноября 1805 года русско-австрийская армия была разбита под Аустерлицем, вину за поражение возложили на Кутузова, который был фактически отстранен от командования. Михаил Илларионович снова оказался в опале. Его отправили с глаз долой в Киев служить военным губернатором. Через год началась русско-турецкая война. Россия терпела одно поражение за другим. Император Александр был вынужден вновь назначить главнокомандующим Кутузова. Талантливый полководец не только разгромил турок под Рущуком, но и добился подписания мирного договора с Турцией. В июне 1812 года Наполеон объявил войну России. Александр I, уступая желанию дворянства, назначил Кутузова командующим русской армией. На авансцене истории оказались два равных по силе противника. На рассвете 26 августа 1812 года армии Кутузова и Наполеона сошлись в битве под селом Бородино. Жесточайший бой продолжался весь день. Обе армии понесли огромные потери. Русские отошли, но не утратили боевого духа. Наполеон же впервые не смог добиться решающей победы и выиграть тем самым войну. Стратегическое решение Кутузова сдать французам российскую столицу, хоть встретили с недовольством, все же исполнили беспрекословно. Генерал-фельдмаршал заявил: «Наполеон как бурный поток, который мы еще не можем остановить, а Москва будет губкой, которая его всосет». Расчет гениального полководца оказался верным. Войска Наполеона вошли в опустевшую Москву, но победа обернулась для них поражением. Скрытно перебросив войска на юг от Москвы, Кутузов отрезал французам пути к продовольствию и фуражу. Несколько кровопролитных столкновений убедили Наполеона, что дорога на юг в богатые районы перекрыта намертво, и отступать придется по разоренной Смоленской дороге. Запасы пищи и фуража подошли к концу. Лошади гибли тысячами, дисциплина в армии катастрофически падала. В тылу вовсю орудовали партизаны, и даже сама природа, казалось, была на стороне Кутузова. Таких свирепых морозов, как зимой 1812 года, под Москвой уже давно не было. Отступление наполеоновской армии превратилось в беспорядочное бегство.
21 декабря Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России, а 6 января был издан манифест об окончании Отечественной войны. Решение Александра I двинуть армию дальше, на запад, фельдмаршал встретил без особого энтузиазма. Под Лейпцигом он простудился и тяжело заболел. К его смертному одру пришел раскаявшийся Александр I. «Простишь ли ты меня?» — Михаил Илларионович спросил монарх. «Я вам прощаю, государь, но Россия вам не простит». 16 апреля 1813 года великий русский полководец скончался. В 1821 году в Бунслау был открыт обелиск, надпись на котором гласит: «До сих мест довел князь Кутузов-Смоленский победоносные российские войска. Он спас отечество свое, он открыл путь к освобождению народов. Да будет благословенна память героя».